Привет, YouTube! Решаем задачу номер 1630 из сборника Демидовича. Найти следующий интеграл. Здесь мы вновь раскроем скобки. Сделаем это аккуратно, то есть не все сразу. Пишем равно, интеграл, и перемножаем первые две скобки. Единица умножить на единицу – это единица. Далее коэффициент при x находим. Единичка умножить на минус 2x – это минус 2x. И единичка умножить на минус x – это минус x. Итого получается минус 2x минус x, то есть минус 3x. И, наконец, минус x умножить на минус 2x, это у нас плюс 2x квадрат. И приписываем еще один множитель, единица минус 3x. Не забываем еще умножить на dx. Равно. Теперь переходим к раскрытию оставшихся скобок. Опять свободный коэффициент единичка. Смотрим, что получается при первой степени. Минус 3x умножить на единичку. Это минус 3x. Минус 3x умножить на единичку. Это еще минус 3x. Итого минус 6x. Смотрим на коэффициент при квадрате. Он может получиться при перемножении минус 3x на минус 3x. Получается 9x квадрат. И еще при перемножении 2x квадрат на 1. То есть еще 2x квадрат. Итого у нас плюс 11x квадрат. И, наконец, третья степень получается при перемножении 2х квадрат и минус 3х. Получается минус 6х в кубе. dx. Кто не понял, как я это сделал, может сделать это подробнее. Раскрыть скобки правилом фонтанчика, затем привести подобные слагаемые, но результат должен быть таким же. А теперь интегрируем почленно. Интеграл единички – это просто x. Интегрируем минус 6х. Минус 6 выносим как постоянный множитель. Показатель x увеличиваем на единичку. Получается x квадрат. И делим на новый показатель. Плюс 11 умножить x в квадрате. Увеличиваем показатель на единичку. И делим на новый показатель. Минус 6x в кубе. Минус 6 постоянный множитель. Умножить x не в третий, а в четвертый. Увеличили на единичку. И разделили на новый показатель. Плюс константа. На этом этапе можно сделать простую проверку, продифференцировав данное выражение и увидев, что у нас как раз получится подинтегральное выражение. Теперь давайте немножко упростим результат. X минус 6 разделить на 2 это 3, поэтому 3x квадрат плюс 11 третьих x в кубе. И последнюю дробь еще сократим немножко. 3 вторых x в четвертый плюс константа. Это и есть ответ на нашу задачу. Всем спасибо за просмотр. Свое мнение и вопросы оставляйте в комментариях. Подписывайтесь на канал, добавляйте друзья в соцсетях и вступайте в группу ВКонтакте.